Всем привет, меня зовут Кирилл Рыбасов. Сейчас я покажу вам с помощью нашего волшебного телевизора и Apple TV, я покажу вам, как же пользоваться интернет-банком, а точнее мобильным банком от ТКС-банка. Да? Простите за тавтологию. В общем, заходите на приложение Тинькофф. Я сейчас разлогинюсь сразу. То есть я выйду давайте из него. Не получилось у меня выйти сразу. Так, в общем, где выход? Вот я вышел. Вы начинаете то же самое с этого момента, то есть вам нужно ввести логин-пароль. Здесь вы вводите свой логин. Ну, при первом, для того, чтобы у вас был логин, вам надо будет зарегистрироваться на ТКС-банке. Насколько я помню, там ввести логин и пароль ваш карты. Отворачивай камеру. Хоп, пока смотрим погоду. Все, поворачивайся. Вот у нас появляется такое меню. Мы задаем пароль доступа. Я начинаю задавать, ты отворачиваешься. Оп-оп-оп. Повторяю пароль доступа. Возвращаемся. И оле-ола, вот у нас уже такое менюшко. У вас будет у всех Тинькофф Black карта. И вам, соответственно, нужно нажать вот внизу, в самом низу, три такие кнопочки. Видите, раз. Вот они, я их листаю. Вот вам нужно дойти до оплатить. Нажимаем оплатить. И выбираем из этого списка. Видите, избрано. Это у меня уже готовые шаблоны. У вас их не будет. Соответственно, платежи. Находим платежи и дальше еще проходим и переводим. Вот нам нужны переводы. Можно перевести между счетами, можно перевести себе, а можно людям. И мы нажимаем людям. Здесь у нас есть клиенту ТКС банка на другую, на карту другого банка, на счет другой банк. Нам нужен клиенту ТКС банка. У нас есть три варианта. По номеру договора, по номеру телефона, по номеру карты и по QR-коду. Нам нужен именно номер договора, объясню почему. Потому что тогда на основании этого перевода можно сделать шаблон. Итак, у меня уже тут заготовлен один номер договора. Тоже отворачиваю его, наверное, чтобы никто не видел. Нечего подглядывать. Так, обратно. Нет, 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 даже еще нет. В общем, я ввожу номер договора, ввожу тестовые там 10 рублей. Ну ладно, возвращаю. В общем, засветили мы номер договора, но мы не скажем чей, точнее скажу. Но нет, не скажу. Так, и делаем перевод. Сейчас нам появится такое менюшко, где нам должно прийти сообщение. Вот нам пришло сообщение 90-36. Мы вводим 90-36. И этот перевод, соответственно, прошел. Уле-ула, мы празднуем. Но самое важное здесь интересно сделать, что нам нужно добавить в избранное. И тогда создастся шаблон. И мы пишем, например, здесь пишем, соответственно, имя и фамилию человека. Ну, давайте мы здесь напишем для вас так. Тест. Тестович. И нажимаем готово, нажимаем сохранить. Что это нам дает? Да, для чего мы это делаем? Потому что каждый раз вводить смс, пароль и так далее, это неудобно. Поэтому мы заходим в наши шаблоны и видим, что у нас есть тест-тестович. Нажимаем на тест-тестович, пишем 10 рублей опять, нажимаем готово, то есть перевести. И уже без всяких введений смс-банкинга у нас полетело, брюки превращаются. Полетел этот перевод. Очень удобно, если вы постоянно делаете платежи. Далее. Счета. Нажимаем, как нам реквизиты свои показать. Вы можете нажать реквизиты и, соответственно, отправить ваши реквизиты. Ну, тут они вот все реквизиты. Тарам-пам-пам. Дальше посмотрим, не буду вам показывать свои реквизиты. В общем, нажимаете на эту кнопочку, и здесь можно отправить сообщение, можно по e-mail отправить, можно еще варианты, какие у нас есть еще варианты, по Gmail и так далее. Ну, давайте Gmail выберем вариант. Соответственно, отправляем по Gmail. Соответственно, ну вот у меня тут какой-то зарегистрирован. Кому отправить? Ну, напишу, например, давайте. Можете отправлять сразу вашему клиенту, который просит у вас реквизиты, можете себе отправить, потом переслать. Все, нажимаете. Что тут? А, это же надо собаку Gmail поставить. Так, куда делась-то собачка?
Ну и все, нажимаем отправить. И улила, все отправилось, все реквизиты полетели. Тут понятно, что в долларах, в USD, до кого-то, еще там только нет. Каких вариантов. Все, вот историю можно посмотреть здесь своего счета, да, можно посмотреть события, тоже похожее на счет, но приложение навернулось, в общем. Все, в общем, это две основные функции, которые вам нужно будет делать, и основные это нужно будет использовать для того, чтобы быстренько переводить деньги между счетами ТКС банка. Все, меня зовут Кирилл Рыбасов, всем удачи, отличного настроения, счастливо, пока-пока.